И на что же такое внимание? Такое внимание, сугубо такое внимание, такое внимание. На что же у него такое внимание? И, короче, начинается битва титанов. Кошка против попугаев. Попугая, конечно, качели не очень. Можно переделать, да. Вот на что у нас внимание. Как бы к вам забраться? Угу. Так. Так. Попугаи тоже затихли. Этот наглая лезет, все лезет. И тишина. Короче, вот попугая мне сегодня подарили. Угу. Вот наш дракон полез. И чё он туда лезет? Надо будет сейчас его отшлёпать, чтобы не лез. Кстати, котёнка тоже вообще маленького нашел. Вот он хочет меня вот так отблагодарить. Киса. Вот два попугайчика. Я немножко еще сниму для них такое видео, потому что я не знаю, как их кормить, что с ними вообще делать. Вот, если кто знает, у меня будут вопросы к ним, конечно, чтобы объяснили, что с ними еще делать. Пусть летят, отпускай. Это неприемлемо. Вот. Если кто знает, чем их нужно кормить, или это... Когда мне давали, сказали, что это два самца. Как разобраться, что самец или самка? Вообще-то я одному хочу отдать, так как один самец, говорят. Вот. Ну, видно будет. А этот все лезет, ищет место, как бы запасы. Скорее всего, если он поползет так, он сбросит клетку. Уйди отсюда. Угу. А, лезет. Никуда лезет. Как я его нашел на улице, только это кошка. Вообще маленького, по-моему. Это полмесяца, не знаю. Даже не выходила кошка из дома. Постоянно дома сидит. Сейчас птица к нему залетела. На огонек. А вот начнется битва титанов. Вот такие дела. Наши попугайчики вот такие. Если кто знает, как ими. Как их надо кормить, чем кормить, как поить надо. Вот, попрошу дать комментарии по этому поводу. Вот и что вообще за птица? Попугай попугаем, а из какой породы, так сказать, масти. О, хохолок у него распустился. Кеша. Ну вот, будем ждать комментарий. Ну, а от кошки я их, конечно, уберегу. Так, я не знаю.